Мое новое пополнение коллекции цветов моего домашнего ботанического сада. Слева вот эта зеленая пальмочка – это лимонник, какой-то особенный сорт лимонника. Думаю, он достаточно жизнестойкий окажется. У него такие плотные листочки, плотные, и такие вот они двойные, двойного окраса. И справа это бегония. Бегония достаточно хрупкий цветок, но он вдохновил меня вот этим своим соцветием, таким нежным розовым. Очень порадовал мой взор. И я решила его взять в контрасте с холодным климатом, с нашим и с наступающей зимой. Так что вот теперь они у меня вместе будут радовать меня за компьютером.